Сайт допряжь.ру. Сегодня хочу вам показать образец из шнурковой альпаки. Артикул называется «Новолета», линия «Люкс» от торговой марки «Кутнор». В составе 56% альпака, 10% шерсть, 34% полиамида. Производитель предлагает использовать спицы 3-4. В 50 граммах у нас 175 метров. Я взяла 3 варианта спиц. Резинку вязала на 3,5, следующую часть вязала 4,5 и верхнюю часть вязала на 5,5. Сразу скажу, что мне понравился вариант на 4,5, а для резинки, соответственно, она не очень хорошо держится, либо брать еще более мелкий размер спиц, то есть если я вязала на 3,5, допустим, 2,5 или двоечка, либо стабилизирующую резиночку вводить на обратной стороне полотна. Что хочу сказать, после ВТО нить как-то особенно не изменилась, кроме как выбился пушок. А нить представляет собой шнурочек, который наполнен, вот так, надеюсь, видно, наполнен пухом. Цвет розово-кофейный, небольшой меланж, показываю, вот так она выглядит в мотке. Пряжа действительно мягкая, ее приятно держать в руках, довольно объемистая, вот смотрите, на моей ладони, это 50-граммовый моток. И изделие из такой пряжи получится очень легким, я думаю, что на размер примерно 46 уйдет 400-450 грамм, возможно, даже и меньше. Как вязать, в зависимости от того, какие узоры, рыхлые или плотные вязания, какой номер спиц. Мне, еще раз повторюсь, понравилась вот эта часть. И смотрите, и косичка вполне себе гармонично смотрится, и узор ажурный тоже хорошо смотрится. Посмотреть эту пряжу у нас на сайте можно в разделе «Пряжа с альпакой» или «Пряжа мотки». Желаю всем добра и приятного вязания!